каждым годом охотники истребляют десятки разных видов животных. Ситуация настолько печальна, что многие виды занесены в Красную книгу. К сожалению, это не останавливает людей, и охота продолжается. Правительством республики были разработаны штрафные санкции. Теперь браконьеров, которые незаконно отстреливают животных, будут штрафовать. Ответственность понесут как физические лица, так и юридические. По словам председателя комитета экологии, геологии и природопользования Балабестаута, незаконный отстрел животных и ловлю рыбы должны контролировать сотрудники районных отделений МВД. Список животных за незаконную добычу, которых надо платить штрафы, попали серна, рысь, выдра, лиса, заяц, русак, пятнистый олень. К примеру, за отстрел оленя размер взыскания ущерба составляет 77 тысяч 500 рублей. За каждую незаконную выловленную форель браконьеров будут штрафовать на 3 100 рублей. Лицензация мог дочистить жизнь, мог хорхом, скана, морхан севером, боном одистем, снегом, ротом фала, ник чишеве, лицензия ничи борханджинис. И норсен 35 нефендедис севером, 35 тысяч. Шеме вовта и чида файна копик реверта и десесте фентесесте шолестеви. Тоже руворсендедис штраф, руворсендедис закон не мора не бор. Есть надежда, что принятые меры поменяют ситуацию в лучшую сторону. Анжела Кокоева, Рауль Кочев, Азамат Куцев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня.